Всем привет! Сегодня 10 сентября, воскресенье. Немножечко идет дождик. Я решил выбраться в тундру, показать вам краски осени. Вот это уже не лиственницы, это с такими прям, знаете, ну, с колючими иголками ели. Смотрите, вот красные поля. Ух ты, смотрите, что я вижу, черника. Ура! Наткнулся наконец-то. Вот она. Срывается очень легко, прямо с кустика. То есть все, она уже перезрелая. Попробуем. Супер. Кто ходил по тундре, собирал грибы, ягоды в этом районе, знает, что здесь озеро на озере, и можешь так вот зайти на островок вокруг озера, и чтобы потом с этого островка выбраться, придется обходить очень долго, чтобы попасть опять на какое-то такое место, знаете, где будут ягоды, там грибы. Ну или просто захочешь выбраться и придется топать прилично. Вот я как раз попал сейчас в такую ситуацию, что мне надо как-то обойти, выйти, выбраться с этого места. Нет, смотрите, все-таки я нашел морожку. Она уже совсем водянистая. Прям пожелтевшая. Да, и вкус у нее уже, конечно, не такой сладкий. Надо было раньше идти. Что я ждал? И они красивые, эти елочки. Можжевельник. Желтые листья устилают таким красивым ковром землю. И вот, смотрите, что я еще искал. Это вот кустики смородины красной. Слушайте, вот она сейчас прямо вообще самый топ. Это по-современному.
Извините меня за мой вид, но просто капли с деревьев капают, и лучше я буду укутанный и сухой, чем красивый, но мокрый. Снимаю я тундру, вот такую осеннюю, последний раз в этом году. Планирую уже буквально через 2 дня лететь в Новосибирск на операцию. Нужно сделать плечо, которое я выбил весной. Сейчас будет вставка, как я выбил плечо. Слабонервным просьба не смотреть. Ехал, значит, ну, покатался, как всегда, на этом своем кайте. И все, уже ехал домой, тихонечко хотел спуститься. Уже, знаете, практически на пологом месте. Я как-то даже не знаю, не понимаю как. Просто падаю на вытянутую руку. И у меня вылетает плечевой сустав правый. И, конечно, я сначала ничего не понял, думал, что случилось, что произошло. Сейчас встану и поеду дальше. Но не тут-то было, рука не поднималась. И уже, знаете, меня от болевого шока начало морозить. Так что в одиночку не ходите, старайтесь с компанией. А тем временем я попал на такой вот пригорочек, где растет черника. Вот она. Одно время даже покупал, у меня есть дома эти вот комбайны специальные для сбора ягоды. Кайф. Ну, мы сегодня здесь для съемки, а не для массового сбора. Поэтому мы двигаемся дальше. А, я вам не показал. Я вам не показал. Смотрите, вот. Мощные сыроежки. Прямо семейство выросло здесь, смотрите. Сверху еще маленькие наросли. Так интересно. Рядом черника. Смотрите, шиповник. Такой крупный. Знаю, что люди тоже собирают многие шиповник. Сушат его и потом. Он тоже уже сладкий. Да, шиповник можно есть, если вы не знали. А косточки лучше выплевывать. Брусника. Здесь из-за того, что, скорее всего, тень, тут очень мало ее. Пока что, кроме сыроежек, я никаких благородных грибов не увидел. Взял с собой квадрокоптер. Думал, может быть, будет перерыв. И я смогу его позапускать. Но вы знаете, такое ощущение, что этот дождь надолго.
кто хочет посмотреть рыбалку, подсказка будет вот здесь. Нажимайте, смотрите. Здесь прям такое волшебное место. Не хочется, знаете, так вот идти через мокрые кусты напролом, поэтому приходится нагибаться. Ух ты, я вижу. Нашел красные кусты, прямо, знаете, такие красные смородины. Да. Ух ты! Круто! Так, как-то надо к ней подойти. Тут все такое заросшее. Смотрите. Вот это красота! Здесь, смотрите. Вот здесь. Вот тут. Крупная. У меня руки все красные. У меня руки все красные, как будто бы в крови. Да, хорошие кустики. Интересно, медведи кушают красную смородину? Наверное, да. И если здесь кустик не обобранный, то, наверное, здесь медведя не было. Какая веточка красивая, вы посмотрите. Вы знаете, я просто остановиться не могу. Я не зря сюда шел. Так, ну вы знаете, я уже наелся этой смородины. Уже весь рот вяжет. Все, надо идти дальше. Вопрос зрителям. Было ли у вас такое, что вы вот пошли здесь, ну, в Талнахе, в Норильске, за грибами, за ягодами и заблудились? Пишите в комментариях. Мы почитаем. Здесь, смотрите, нашел немножечко брусники. Здесь пеньки.
здесь, видите, положены жерди, как бы настил такой. Наверное, здесь был, ставят палатку. Тут даже, смотрите, видите, такой, такие предметы обихода из нержавейки прикрутили. Я думаю, что это охотники, не иначе. Потому что здесь вот раз озеро, там еще одно озеро. Ну, скорее всего, охотятся здесь. Какая красивая сыроежечка. Еще нашел морожку. Но она прям совсем-совсем водянистая. Видите? Ага, красивенькая. Вы знаете, вот неповторимый самый вкус севера, да, который нигде не почувствуешь, это вот именно вкус морожки. Это вот просто, а вот варенье из морожки. Меня угощали, я сам не делал. Блин, я, по-моему, я никогда не забуду этот вкус. Потому что вкус морожки — это просто супер. Дождь не собирается успокаиваться. То сильнее, то меньше. Но с монотонной постоянством, таким с монотонным идет. Какой цвет, да, у елочек. Тут прямо поляна этой морожки была. И вот есть вот такие некоторые ягодки еще нормальные. Нужно будет эту точку отметить на карте. Потому что здесь прямо вот все в морожкиных кустиках. Прям вот эта вот поляна, она вся вот с морожкой. В следующем году, когда уже поспеет она точно, прибегу сюда и сниму для вас видео. Ну вот мы с вами и вышли к пульпопроводу. Вот уже видны трубы. Вот такая была у нас с вами прогулка. Небольшая, немножечко мокроватая, но по осенней тундре. Кто что думает, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч! Кто в детстве ходил по пульпопроводу, ставьте лайк.